Людмила Горбач. Она находится в Мариуполе. Люда, расскажи, что сегодня в Мариуполе и под Мариуполем. Наташа, ночные обстрелы пережили украинские военные в Толоковском районе. Там же были взрывы и после обеда. Пострадавших нет, техника тоже вся целая. А утром боевики стреляли на своей территории. Вогонь вівся з використанням стрілецької зброї та артилерії в районі населеного пункту Комінтерново. Скоріше за все, це були розборки між бойовиками і на позиції українських службовців міни не лягали. Наші воєнні постійно наблюдають за бойовиками. Наблюдаємо, там сепаратисти теж поставили такий самий агрегат. В ньому більш-менш спокійно, тут тільки російські снайпери, професіонали приїжджають на сафарі. Тупо постріляти по нас. А ще воєнні показали нам свою тренувальну базу. Тут стріляють регулярно, відтачують навики, і не тільки. Бронежилеты можем проверить, пристреливать оружие. Вот. Потому что она периодически требует того, чтобы проводилась пристрелка оружия. А в самом Мариуполе назревал скандал. СБУ задержало мужчину, в его доме была взрывчатка и агитационные листовки с сепаратистскими призывами. Сколачивал диверсионную группу, считают правоохранители. Несмотря на доказательства, суд отпустил подозреваемого под домашний арест на время следствия. Но СБУ его снова задержало. Може запевнити, що всі диверсанти, всі, хто працює проти України, будуть сидіти під вартою. Сегодня в Мариуполе и нескольких других районах Донецкой области были проблемы со связью. Один из мобильных операторов вовсе не обслуживал своих абонентов весь день. Теперь связь уже кое-где есть. Наташа. Спасибо, Люда. Людмила Горбач из Мариуполя была с нами на связи.